Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я, Леха Сметик, и сегодня мы хотели снять шоу Хрипов, но, к сожалению, съемочки пришлось нам переложить, поэтому я решил разбавить контент какими-либо другими играми. Сегодня будем играть в Kill It With Fire Ignition. Это игра от издателя, привет, сосед, не от разработчика, не путай, друзья, что переводится как примерно «убить его с помощью огня». Так, ну давайте приступим, будем всех убивать огнем, всех будем жечь, сожжем хату, сожжем все. А вы пока можете поставить лайк. Так, ладно, все, начинаем. Первый контакт. Я уже раз просто запускал, посмотреть, все ли работает, не работает. Теперь все, пошли, поехали. Видимо, нужно начать вот так. Так, доброе утречко. А где ты? Где я проснулся-то вообще? Обалдеть, на улице какая погода-то классная. Так. Зачем мне взять вазу? Блин, я окно разбил. Опять я по следам Васильича иду. Опа-на! Блин, да что ж ты меня так пугаешь-то, а? Так, давай возьму. Так, мне нужно убить паука. Где он? Стоять! Убью всех! Так, открыть закрытую дверь. Я что, отмычки, что ли, открываю или как? Я слышу их рядом! У меня чувство, что они хотят ползать по мне. Это ты? Так, ладно. Какого фига? Опа! Куда? Куда ты бежишь? Блин, надо валить с этой хаты. Я что, в Австралии, что ли, где-то живу или что? Стоять! Подожди-ка. Так, и... Подожди, у меня есть такая штука. Обалдеть, это ведь как в фильме «Чужие». Чик. Я тебя найду сейчас. Блин, батарейки кончились. Не надо было брать китайские батарейки. Фигня восьминогая. Уходи из моего дома. Иди в соседский дом. Вот к Васильичу сходи. Так, найти еще экипировочку. И что я должен найти? Видимо, я ищу какие-то две вещи, чем я смогу убивать и... Так, а... Да, это так, что ли, работает? Стоять! Блин, какие-то живучие они... Отлично! О, японцам себя чувствую, по-любому японские корни. Когда цвет венге, слышу, прям хочется произнести «Венге!» Мне кажется, я что-то несу. Я не несушка, чтобы что-то нести. Так, подожди. Нужно еще что-то найти. Нужно что-то еще найти. Так, а что я еще могу здесь? Где ты? Так. Ну, где-то здесь. Выходи. Опа! Ха-ха! Связался с лучшим, умри, как все. Так, это не открывается. А где еще я что-то должен найти? Я где-то должен... Так, и что? Это не то. Отлично. Я бы еще английский язык бы знал, вообще бы замечательно было. Так... Фро. Блин, вот фигово, когда вот подзабыл. Когда знания свои постоянно не подытываешь, и все берешь и забываешь. Все вообще слова. Надо почаще играть в английский. Может, на курсы опять пойти записаться? Так, мне нужно найти еще одну вещь. И причем, что? Так, может, здесь что-нибудь спрятано? Хотелось бы еще оружие какого-нибудь. А где его взять-то? Здесь не открывается. Чем я еще могу что-то делать?
Я прям слышу его. Да где-то он здесь постоянно берется. Вылази давай. Так, мне нужно найти еще один предмет. Опа! Стоять! Обалдеть! Я никогда не думал, что в пауков буду кидаться сюрикенами. Ты думаешь, что убежишь? Блин, он действительно убежал. Еще и в сосед... А, теперь она, то есть, открывается, да? Вон на что. То есть до этого не открывалась, сейчас открывается. Так, ваня. Мне по всем, может быть, мне просто вызвать дезинфекторов и все, пусть они этим занимаются. Гори! Блин, я походу хату сейчас сожгу всю свою. Как же их много, да? Чувствуете, чувствуете, что сейчас пожарные приедут, это я явно чувствую. Так, ладно. Все, можно уходить, а как же там? Фроу, блин, забыл Фроу. Сейчас, секундочку. Фроу, это не бросить, нет? По-моему, нет. Ну да, бросать, все правильно, я думал. Типа, мне нужно кинуть книгу в эту. Ну давай я кину книгу, так, ради интереса хотя бы. Да и фиг с ними. Все, ухожу с этой хаты. И надо напоследок еще вот так вот сделать. Гори, гори, ясно! Найду новую хату и будет мне ясно. Отлично. Ох, я лучший дезинфектор своего подъезда, в котором я живу один. Беру контакт. Отлично. Так, давай дальше, дальше погнали. Let's go. Подожди, я что-то могу открыть или что это? А, это стоит сколько? То есть это 10, это 5. А очков у меня трое всего. А рефант это типа сбросить очки. Я не хочу сбрасывать очки. Апгрейды. Что еще есть? Трекер. Вообще ничего нету. Оружие. Оружия нету. Так, устройство, а это что такое? А, сюрикены, понятно. Ладно, все, я понял. Давай, погнали, погнали. Сейчас всех буду, о, как жечь всех буду. Собака, ты что сидишь здесь? Не надо сидеть, надо на улице гулять, карантин, людям помогать. Извини, собачка, я был напуган. Опа, где? Стоять! Это что, клоп, что ли, какой-то? Странный паук. Очень-очень-очень странный паучок. Еще? Еще, может быть, кто-то вылезет? Вы хотите поговорить со мной? Или вы, может быть, хотите поговорить с ней? Она начнет играть так, что... Так что я не знаю, как. Офигенно начнет играть на гитаре. Я хотел сказать, что он заложит свои уши, но я не уверен, что у пауков есть уши. Так, что мне нужно? А, мне нужно найти. Так, фотоаппаратом я вряд ли что-то сделаю. Этой штукой тоже. Мне нужно искать, чем я буду всех убивать. 10, 4, 10. Может, мне просто уйти отсюда и все? Не заморачиваться. Да, смысл найти 3. Так, подожди, ладно. Может быть. Отлично. Я так понимаю, их, наверное, убиваешь определенное количество.
А где вы? Где вы? Вылазите, давайте. Опа, прибил, да? Да. Их... как я это делаю? Ох, люблю приходить, ох, чужие хаты разносить. Просто приходишь, все разносишь. Все нормально, дезинфекция, все сделал. Знаете, как пьяный сантехник, если пришел, все разворотил, все сломал, везде грязь, мусор. Нифига себе, ты думаешь, ты самый быстрый, что ли? Да я тут всю хату разнесу. Иди сюда. Чемодан. Отлично. Так, нужно искать. Нужно что? Батарейку нашел. Это хорошо, что я нашел батарейку. Нифига себе, он уж полетел. Ну, видимо, туда свой паучий рай собрался. Вот вместе с ним, наверное. Так, нужно, наверное, ключ где-то найти. Я-то вообще мастер. Ух, мастер искать ключи. Все открывать-то. Ох. Так. Что значит Shatter Framed Memories? Я понятия не имею, что им надо от меня. Значит, говорите, на память что, да? На память, говорите, что, да? Нормально все. Дезинфекция работает. Не обращайте внимания. Лёха в деле. Стоять, кому говорю, и ты стоять. Обалдеть, сколько их развелось-то. Так, 7 из 10. Еще какие-то варианты здесь есть, может быть? 8. Так, открывай. Не знаю, почему открываю я, наверное, дезинфектор. Почему я в чужом доме открываю при помощи... отмычек, либо чего-то такого. Оп, стоять! Ведро мусорное! Так, фигурка, куда ты делся? Иди назад. Не хочешь назад идти никак. Так, мыло. А, подожди, у меня все это время это было. Вон оно че, Василич-то. Вот, Василич, понастроить дома, потом ходишь здесь. Избавляешься от всего. Давай, открывайся. Ну-ка. Паучок! Горящие пауки! Горящая квартира! Все нормально, я первый день на работе просто. Все нормально, все замечательно. Это приманка. Сейчас я делов-то здесь понаделаю. Так, давай, взяли. Ничего не беспокойтесь. Главное, что избавиться от пауков. От пауков же избавился, телефончик. Что у нас тут? Ручка, флешка, это что такое? Иди сюда, маленький. Идите сюда, родные. Я прям слышу, где, что он здесь где-то есть. Сжигаешь хату, нет хаты, нет проблем. Мне замочек нужно, где-то ключ найти. Не знаю, где его. Так, взламываю, давай, сейчас взломаем все это дело. Ключ, отлично. У меня есть ключ. Открывай замок. Сюрикены! Ладно, сюрикены не помогают. Че, как тебе гореть, а? Тебе нравится гореть? Нравится? Наверное, нравится. Ты еще и покушать решил, да? Наелся. О, как наелся он перед... Да вы что, серьезно, что ли? Я, конечно, много в жизни видел дезинфекторов. Ну, чтобы вот так? Так, ладно.
Готовьтесь, готовьтесь, маленькие мерзкие создания! Идите к папочке. Папочки, к папочке. Чё, вы не хотите кушать, что ли? Ты покушать решил? На, поешь, дроби! Как тебе такое, а? Еще кто-нибудь будет? Я прям чую, он где-то есть. Так, за монитором нету, за картиной тоже нету. Так, сейчас тут порядочек быстренько наведу. Вылази давай. Давай вылази. Он где-то здесь есть. Он по-любому где-то здесь. А еще поешь. Ешь давай. Надо кушать. Нормально, зашел на свинячку. Опа. Сюрикен. Да, вот это вот чувство выполненного долга. Так, еще, да, нужно найти. Так, врубай детектор. Ну-ка, подожди-ка. Ты там есть или нет у тебя там? О, я же говорил, что найду тебя. Нашел же! Все нормально. Работаем. Работаем. Где еще? Здесь даже еще где-то остался, что ли? Да ладно. Только что же был здесь, уже нету, да, здесь. Я прям чую, что он где-то есть. Иди кушай. Хавать будете, нет? А чё, отвертка? Нафиг мне ваша отвертка не нужна. Вторая отвертка. Домой. Ну где же ты, где? Может здесь? Может ты здесь спрячь? Может здесь? Выходи давай по одному. О, отлично. Выполнил, кстати. Discover, найдите секретную комнату. Подожди-ка, здесь еще секретная комната где-то есть. По-любому за шкафом. Если есть, то за шкафом где-нибудь. Видимо, только не за этим. А, может быть, имеется в виду Discovery, может, обследуйте, типа. Я не знаю, я не знаю. Я вот с России приехал, меня устроили вот на работу сюда. Хожу, дезинфекцией занимаюсь. Все нормально. Не, все-таки где-то, наверное, может быть, есть какие-то секретные. Где паучишки? Мы не жалкие букашки. Где-то здесь. Я прям чую, что где-то здесь есть. Ага! Попался. Так, остался один. Стой, а мне как-то сюда нужно попасть, да? Наверное, я никак туда не попаду. Где-то здесь. Давай вылази. Кому говорю, давай вылази. Где ты, жалкий паучок? Я тут сейчас все разнесу. Не хочешь по-хорошему, да? Не хочешь по-хорошему? Нормально все. Я прям слышу его. Где-то там под столом, что ли, где-то. Так, где? Я не вижу. Иди поешь. Тебе нужно есть. Много есть.
Ну прям здесь где-то пищит, но не в банке же он. Ерунда какая-то. А, отсюда я вообще пришел. Мне сюда и не нужно. Ничего не понимаю. Ну, пора заменить батарейку, наверное. Стойте, а что, все? Батарейка того, что ли? Полази давай. Закончилось, да, значит, все? Что, покушать хочешь, да? Ты хочешь поесть? На, пои! Как я так промахнулся? Сюрикен! Опа! Все. Ох, тяжела моя работа. С чувством выполнила долго, пойду домой. Отлично. Давай дальше. Вот такие вот дела. Все, ребят, это была демо-версия, полная неизвестно будет когда. Это, так сказать, посмотрите, если вам понравился ролик, не забывайте ставить свои лайки, подписываться на канал и, конечно же, ребят, жать на колокольчик. На этом все. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник, дезинфектор. Все продезинфицировал, все везде отлично. Давайте, увидимся. И напишите, как вам игра, понравилась или нет, стоит ли потом играть в полную версию или нет.